Какой древний, неактуальный, ненужный мусор. Как у него мало разъемов. Их настолько мало, что они все заняты. Два HDMI. Кабельная приставка. Точнее, цифровая. Компьютер. Chromecast 3 HDMI. Боковой AV S-Video свободен. Выход наушников пока что свободен. Так. Компонентный. Занят. SCART 1 занят. Второй. Можно считать, что тоже занят. Мне просто впадло провести кабель, проделать в тумбочке отверстие. Короче, оба SCART-а будем считать, что заняты. Компонент занят. Линейный выход звука. Тюльпанчики занят. Оптика свободна, но если бы был пионер у меня, она была бы занята. Вот так вот. Старые неактуальные какашки, которые используются по полной, блять, по всем, сука, разъемам. И все разъемы остаются актуальными до сих пор. На 2007 года телевизоре 3 HDMI это сильно. А к линейному выходу подключено вот это. Там одна под столом, одна вот и два буфера в тумбочке. С картами подключено вот это. Единственный в доме стерео-видак. Большего и не надо. DVD в нем же. И вот этот с усилителем. Вот приставка. Вот так вот.